Всем привет, народ, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами о том, что нас скоро ждет в World of Tanks. В патче 1.12 добавят ботов для низких уровней для новичков. Те, кто играли на низких левелах, только начали играть и на высоких еще не играли, будут играться с ботами, для того, чтобы быстрее набирались бои, для того, чтобы им было легче, ну и таким образом будет проще освоиться в игре. Поскольку на низких левелах там происходит какой-то хаос, в связи с тем, что многие проходят там рефералки. В целом, на мой взгляд, это было очевидно, что добавят ботов на низкие уровни, поскольку там бои тяжело собираются, многие играют на высоких, и в песке там никого особо нет, кроме этих самых любителей рефералок. Ну и новичкам там особо никак не ужиться, поэтому им нужно добавить ботов, чтобы они нормально знакомились с игрой, а не с психами, которые проходят рефералку и упарываются на первой минуте черт знает куда. В принципе, на мой взгляд, лично для меня, здесь ничего особо интересного в этом нету. Новичкам будет проще, в принципе, в этом ничего плохого нет. Также у картошечки тут вышел какой-то календарь событий май-июнь 2021. Множество увлекательных событий не за горами ждет в ближайшее время. Первое — это турниры. Смотрите, как сражаются лучшие из лучших в соревновательных режимах. Стальной охотник, схватка 7-7, клановая потасовка 2021 скоро на ваших экранах. Я, конечно же, ничего из этого смотреть не буду, поскольку оно мне не интересно. Ни сами режимы, ни тем более смотреть, поскольку трансляции обычно этих мероприятий еще более унылые, чем сами эти режимы. Но тут уже решайте сами, нравится вам такое или нет. Далее, стальной охотник, третий этап, май. Тут, конечно, в новости написано все красиво, присоединяйтесь к другим бесстрашным охотникам в одиночку или во взводах, уничтожайте ваших противников, но на самом деле режим превратился в какую-то мусорку с хаосом, непонятно, что там происходит, бои неинтересные лично для меня. На этапе тестирования режим был более интересный для того, чтобы тащить, осмысленно и тактически подходить к разыгрыванию ситуации в бою. А сейчас это просто прокачка на скорость, дисбалансных танчиков, вот и все. Да, там можно быстро пройти боевой пропуск, но в целом боевой пропуск и так проходится, куда спешить, не знаю. Это явно тоже не для меня, поэтому еще одна новость мимо кассы. И далее, возвращение режима схватка 7-7, только 10 уровень. И снова режим 7-7, который уже лично для меня пройден. Да, он интересный, он порой даже интереснее, чем рандом. Это крутой режим, но в нем очень мало разнообразия, поэтому он проходится очень быстро. Если вы хорошо играете, то он вам может надоесть очень быстро, поскольку разнообразия в нем очень мало. Поскольку бой уже 7-7 и разыгрывается буквально финальная тактика и в принципе все, то разнообразие намного меньше, чем в рандомных боях. Хотя рандомные бои сейчас настолько слабые и убогие по своему содержанию, что можно даже, наверное, поиграть в режим 7-7. Но, честно говоря, в режиме 7-7 сильно много времени проводить тоже смысла я не вижу. Но с нынешним рандомом возможно как альтернатива поиграться хоть во что-нибудь. Тут тоже, как обычно, решайте сами. Ну и четвертое. Весенний марафон. Охота на какой-то танчик. В мае охотитесь на новый премиумный танк в предстоящем событии уже этой весной. И вот это действительно хоть что-то интересное, поскольку все прем-танки уже надоели, скучно. Но опять же придется играть в этот дурацкий рандом, который полумертвый по содержанию боев. И во время марафона он будет еще более жопа сжигающий, но хоть какое-то событие, в котором хочется принять участие. И пятое большое обновление 1.13 в июне. Честно говоря, уже не сильно верится словам картошечки о том, что патч большой, поскольку у них сейчас такие малюпусенькие патчи выходят, что большой патч — это, наверное, уже два изменения в игре. Если сейчас маленький патч — это одна строчечка там, то большой патч — это, видимо, две строчки. Но надеюсь, они не просто так добавили слово «большой», и патч действительно будет большим, поскольку в игре уже давно ничего существенного не было видно. Вот такие события нас скоро ждут в World of Tanks. Пишите в комментариях, что вы ждете, что вам нравится. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока.
We'll be right back.